Всем привет! И с вами опять я, Мармазетка. И сегодня мы будем готовить сырники. Для сырников нам понадобится полкило творога, мисочка, манка, 2 яйца, миксер и сахар. Вот. Берем творог. Кладем его в мисочку. В творог мы берем 2 яйца. Разбиваем. Берем сахар, я кладу на глаз, вот такие ложки, раз, два, три, четыре, пять, вот. И также насыпаем манку, потом мы подсыпем. Дальше берем миксер и все это перемешиваем. Вот мы перемешали, и масса такая вот не очень, она не жидкая и не густая. Можно еще добавить немножко манки, вот столечко вот еще добавим, и уже ложкой перемешали. Можно еще добавить ванилин, если кто-то любит сахар ванили такой. Вот, мы его не любим, поэтому я его не добавляю. Вот, теперь мы должны эту массу оставить на минут 5, чтобы мука набухла. И потом, после этого, мы будем печь. Вот мы поставили разогреваться сковородку, на нее налили масло. Приготовили тарелочку, на которой мы будем потом складывать свои сырнички. И ждем, пока масло нагреется. Вот. Масло у нас разогрелось. Мы смачиваем ручки и начинаем формировать наши сырнички. Вот таким образом будем класть сырники на сковородку. Можно формировать кто какие любит, побольше, поменьше. Я вот делаю вот такие вот средненькие сырнички. Вот. Надо уже руки сполоснуть. Вот, вот такие вот. Вот и ждем, пока пожарится одна сторона. Наши сырнички почти уже с той стороны пожарились. Сейчас мы посмотрим. И аккуратненько их так вот переворачиваем. Аккуратненько. Thank you.
так вот. И ждем, пока пожарится вторая сторона. Вот наши сырнички с другой стороны уже обжарились. Вот, видите. Ой, сломался. Ну, вот, заодно покажу, что там внутри получилось. Это мой косяк. Ну, ничего. Вот, обжарились, и мы их начинаем выкладывать. Подливаем немножко масла, чуть-чуть, и начинаем формировать следующие сырнички. Можно потише чуть-чуть сделать огонь, если масло брызжет. И сделала потише. И еще один как раз мне хватает. Такой какашка. Вот. И опять та сторона у нас пожарилась. Сейчас мы их тоже будем переворачивать. Лопаточку поддерживаем, чтобы когда переворачивали, не кидать их, то масло будет брызгать. Вот. И ждем еще до полной готовности. Наши сырники обжарились с той стороны. Мы их выкладываем на тарелочку. Сырники получаются мягкие и вкусные. Вот такие сырники у нас получились. Их получилось 10 штучек. Их можно есть со сметаной, со сгущенным молоком, с каким-нибудь вареньем. Если вам понравился мой обзор, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.